После смерти на завод АвтоВАЗа, понимаешь, попадет только один человек, блядь. Это ебаный генеральный, сука, директор АвтоВАЗа, блядь, которого сам сатана поставил на этот пост, чтобы, блядь, забирать людские души в этих автомобилях, блядь. Потому что только он может назначить там, главным проектировщиком просто вот этого вот это ходит, блядь, да, однорукий, блядь, его смеяется, пиздоборот, вот это, блядь, еще заикается, он вот так вот черканул по листу, делайте, нахуй. Так появилась Lada X-Ray, потом плюнул, блядь, на чертеж, Lada X-Ray Sport, блядь, ну, как бы, а вы ебитесь там как хотите, нахуй. Один раз просто жопу потер, Lada Калина, пожалуйста, блядь, ну, как бы, ну. Второй раз, ну, у него понос, блядь, был, как бы, Лада Гранта, нахуй, ну, все. Лада Калина, это выкидыш. Выкидыш Лады Гранты, да. Это внебрачная, это как его. Есть Союз. Еще ебаный Лада Ларгус, блядь. Это ДЦПшник в мире автомобилей Лада, блядь, это пиздец. У него, сука, запаска под днищем, которую ты хуй снимешь, блядь, понимаешь? Меня тут женщина один раз с утра задачила, у ней колесо пробило. Она говорит, вы мне не поможете? Я, да, конечно. Сука, я говорю, а где у вас запаска? Она говорит, под днищем, там, сука, сейфы, блядь, хуже защищило. Она говорит, вы чем эту запаску, блядь, там просто пиздец с этой запаской. В общем, чтобы ее, короче, отстегнуть, нужно в багажнике, блядь, вскрыть нахуй полы, блядь, открутить один ебаный болт, причем он вечно крутится, ты никогда не узнаешь, открутил ты его или нет. Внизу есть такая нахуй застежка, ты как, ну, нажимаешь на нее, чтобы отстегнуть, а тебе машина говорит, хуй тебе с маслом, тварь, блядь. Ты должен вот этот карниз нахуй с запаской поднять рукой, блядь, снять его сам с этой застежки, это пиздец, ты весь в говне, во-первых, потому что там под днищем вся грязь охуенно скапливается. И как бы запаска тебе еще на ноги и на руки нахуй вместе с железкой падает, блядь. Кто, сука, зачем, блядь, нахуя? Это сломай себе руки и пизду называют. Про, я работаю роды у автомобиля, блядь, принимал. И родил колесо. Пиздец. Это страшно, серьезно. Блядь, еще полный, спасибо не сказали, небось, да? Она мне сказала спасибо, да. Мне из глушителя копотью перданули в лицо, пока я назад эту хуйню устанавливал, блядь. Этот Лада Ларгус, блядь, это я ходил, блядь,